Привитос, амигос. Сегодня посмотрим игру Riverside, которую, если поменять язык игры на русский, вместе с названием переводят как «Обратная сторона». Вот, это ранний доступ, как видите, здесь вот написано. Я до последнего ждал, когда же они сделают уже релизную версию, но я думаю, что у меня быстрее муди посидеют, чем они доделают эту игру. Аналогично с Layers of Fear. Вот, поэтому я купил в Steam лицензию за 300 рублей, и когда они ее доделают, собственно, тогда я ее допройду. А пока сейчас посмотрим уже то, что есть. Собственно, эта игра — это космо-хоррор, да, ну, хоррор в космосе. Вот, это единственное, что я про нее знаю. В общем, что это за трещина такая-то? Это вообще Земля или что там? Это что там в иллюминаторе или это... Ладно, хрен с ним, сейчас узнаем. Так, новая. Средний, трудный, полный реализм. Подсказки повысят шансы на выживание. А, ну я без подсказок не справлюсь, я по себе знаю. Я и с подсказками-то не всегда могу. Просто потому, что я их не читаю. Рано или поздно, это все должно было закончиться именно так. 7 лет. 7 грёбаных лет я потратил на это дело. А что получил взамен? Почетное увольнение? Какой отстойный актер озвучки. Мы почти 15 лет добываем гелий. И в это верили все. А 16 км вырытых тоннелей, лаборатории и исследовательские центры – это так, для добычи ископаемых на Луне? Единственное, о чем я жалею, надо было рассказать тебе всю правду с самого начала. Эти ублюдки хотят все уничтожить, стереть 15 лет, вместе с людьми, которых они бросили там. Из моей головы они это не сотрут, хотя когда они сюда явятся, не побрезгуют выбить это оттуда. Я расскажу тебе все. Как поступать с этой информацией, решать тебе. Вроде как Федор Коровкин сейчас написали. Ну, игра, видимо, от нашего разработчика, да, раз тут такой подгон в виде озвучки. Но единственное, что, знаете, даже в условиях очень сжатого бюджета можно найти актера озвучки даже среди любителей, среди летсплейщиков, среди кого угодно, который прочитает этот текст, вложив в него хотя бы пару грамм какой-то интонации, какой-нибудь, я не знаю, блядь. Ну, вы поняли, короче. Ну, такое ощущение, что сейчас киборг что-то рассказывал. Сейчас они тоже говорят по-русски, озвучка никуда не делась, но обработали это как радиовещание, и поэтому ни хера не слышно даже мне. У меня вообще какая-то проблема, я с вот этими, с распознаванием речи из рации, из всяких вот этих таких вот источников, я ни хрена не понимаю, что говорят. Ну, кстати, пока я критиковал этого актера озвучки, я провафлил вообще в чем суть замеса. Потому что там что-то на Луне какие-то туннели рыли, а теперь его хотят уволить, а он увольняться не хочет, типа того, что... А потом еще раз переслушаю. В любом случае, если это хоррор или адвенчер, тут должны быть миллиарды записок с текстами. Вот. Замерзли, ёпты, варежки пришли. Что за вопросы? Пипец. Я не верю, что это сделали наши разработчики, больно уж смотрится красиво. Я не верю, что наши наконец-то освоили какие-то движки более-менее. Хотя хрен его знает, может, чудеса уже начали происходить. В принципе, вот этот шрифт на экране, он очень даже в духе наших разработчиков и локализаторов, мне кажется. И локализаторы шрифт не пишут, не знаю точно. Неверный вектор, а чё я, блядь, чем я управляю-то хоть? Я жму вперед, но чё-то вроде приближается. Километры в час какие-то вообще... Миллиметры скорее. Если
Я не понимаю, как вверх-то поднять? А, вот. Вроде мы начали... Вроде начало подниматься это. Ни стрелки не работают, ничего не работает. Это, блядь, называется мы вам... Вверх-вниз, пробел, левый, альт. Да, без таких подсказок я хер его знает, как можно было бы это играть. Поэтому на сложности тут ловить, ясное дело, было нечего. Вот. Для меня пробел это обычно тормоз в игре, но никак не поднем, не подъем вверх. Я так понимаю, надо пристыковаться к вот тому светящемуся кругу. По-моему, разработчик вдохновлялся немножко Alien Isolation, побочными миссиями этой игры. Там любили как бы отправить, пойди там спутники настрой, там тарелки или еще что-нибудь такое. Ну, чтобы разбодяжить безудержное веселье от игры в прятки с ксеноморфом. Чё надо-то, ёб твою мать? Может, надо как-то развернуться? Я вот сейчас вот эту справа, выпуклость справа не задену. Причем с такого расстояния они отправили меня стыковаться, что просто охереть на самом деле. Еще взлетом с земли бы дали поуправлять, ё-моё. Так, крестик почти совпал. Да, ну и геморрой. Скажу я вам. И это они называют хоррором. Похоже на Five Nights at Freddy. Там тоже бородой всякой править приходится. О, сцепка. Начинаем работу. Ну. Первый уровень пройден. Виртуозно пройден, я бы сказал, обалденно. Кстати, каждый уровень здесь, да, несмотря на то, что предыдущий уровень был куском говна каким-то, каждый уровень здесь грузится дольше, чем бой в батле 1942, или как там было... Вот, в этой, в компьютерном клубе на не самых мощных компах, блин. О, открыто достижение, пункт назначения, круто. Посмотрим, будет ли этот хоррор интереснее Сомы. Сома поначалу тоже мне диким калом показалась, ну там. Сюжет-то дело сделал. И вот начинается геймплей. Вот он. Я на борту. Кислорода в отсеках нет, но кислородные станции, похоже, в рабочем состоянии. Че он там, блядь, пробулькал? Ёб твою мать, где настройки звука? Я нихуя не слышу. Вы, блядь, издеваетесь, наверное. Так, речь на максимум, все остальное сейчас нахуй уберем в половину. Дадим голосу шанс, блин, быть... А, общая громкость, чё? Музыка... Музыка тут какая-то такая, одна нота звенит. Эффекты. Все. Давай. Путеводитель. Общая информация обновлена. Нажмите Escape. Каждое такое нажатие сразу дает подвесон такой некислый. КОС Зевс. Космическая орбитальная станция, КОС, если что. Обратите внимание, Зевс — небольшая космическая станция, состоящая в основном из отработавших свой ресурс модулей МКС и стыковочных доков для различных модулей и задач. Часть модулей станции со временем пришли в негодность и были заблокированы, часть просто разрушены, как правило, метеоритными частицами. Модули, которые пригодны для использования, на сегодняшний день испытывают нехватку энергии. Солнечные панели, которые когда-то в полной мере питали станцию, в большей степени неисправны или окончательно выведены из эксплуатации. Жилые отсеки на сегодняшний день служат местом для хранения различного рода груза.
Соблюдайте осторожность на станции и экономьте кислород. Какие проблемы? Давайте ее утопим. Мир утопили, что? Зевс туда же. Впереди вижу небольшую утечку из топливных отсеков. Я какую-то баночку вижу. Вода написана по-русски. Я не вижу, где он видит утечку из топливных отсеков. Вообще это вдохновлено, наверное, фильмом «Гравитация» с Сандрой Булкой. На редкость дерьмовый фильм, по-моему, абсолютно неинтересный. Я, по-моему, уже много раз упоминал, что мне не нравится фильм «Гравитация» с Сандрой Балок. Ну чё, как? Особенно меня восхитила нагло украденная идея полетов на огнетушителе по космосу из мультфильма «Валли». Еще и «Оскар» в каких-то фильмах дали за что-то, ёб твою мать. Инженерная консоль. Что тут у нас? Очередной сюрприз? А если все просто? Просто нажать на кнопку. Нихуя ты космонавт. Просто инвайт, просто добавь воды. Ну, жми на кнопку-то где? Я ничего-то ни хера не вижу, никакие кнопки. Подожди. F1. Где моя подсказка? Ну. Что происходит? А, на экран вышла стрелочка. Которая не стилизована, а просто стрелка мыши. Как будто у меня, знаете, Касперский в очередной раз пытается игру свернуть. Вот такое ощущение. Юниор, вы тоже это слышали? Похоже, привод солнечных панелей заклинило. Походу, у меня, блядь, управление в вашей игре заклинило, потому что мигает кнопка Е, и пиздец, и она везде мигает. Все. Слава богу, я справился с поставленной задачей. Еще у меня кислород там кончается, между прочим. Я вот не знаю, где его можно подзакачать в легкие. Здесь наверняка безумно холодно. Визуально наблюдаю несколько утечек в топливной системе. Инопланетяне атакуют. А, еще и батарейка у фонарика кончается. Отлично. Я бы еще сделал шкалу, что там ваш космонавт захочет ссать или посрать. Че ж нет-то? Реализм так реализм, симуляция так симуляция. Там у них где-то должен быть унитаз-присосочка. Так, вот эта арматура, наверное, может разбить. А может и не может, сейчас узнаем. Не, нормально, он вроде пролезает, да? Нет, она не дает как раз таки пролезть. Угу. Фу. Так. О, ей используют кислород. Отлично. Не дают рассмотреть, кто на фотке. Какие-то неизвестные миру космонавты. Вообще интересно, много ли космонавтов люди знают? В частности, вот наши. Ну, понятно, что Гагарина, Леонова, Гречка и Терешкову, наверное, знают все. А сейчас какие-нибудь космонавты современности, не столь разрекламированные пропагандой и учебниками истории. Ну, хотя, в принципе, логично, да, когда-то кто-то... А, ну... Правильно, когда-то кто-то первый полетел, первый кто-то когда-то вышел в открытый космос, когда-то первый кто-то на Луну якобы приземлился. То есть их и запомнили. А кто сейчас летает и что там делает? Это уже всем до фени. Я что-то не врубаюсь. И хер ли мне тут делать? Может, какая-то карта есть, нет? Управление. Это вся подсказка, которую вы мне хотите дать, да? Экипаж. Найдите на станции фотографию последнего экипажа. Так я штуку что ее нашел. Вот она. Ну.
Или что это, блядь, предпоследний экипаж, что? Я ебу задание. Это что за задание такое? Что снова не так? Теперь, чтобы произвести позиционирование солнечных панелей, необходимо использовать механизм ручной корректировки. А он, конечно, с внешней стороны станции. Ага. Подождите. Восстановить подачу. А, так мне наружу надо выйти. Чего я тут лазю-то? А где тут выход наружу? Ну, явно не в этом отсеке. Так, и не здесь, и не там. Все здесь, естественно, монотонно, долго. Непонятно, как главный герой передвигается. Я-то думал, что они там руками хватаются и толкают себя. А он-то как по невесомости летает. Устройство заблокировано. Да какое устройство? О каком устройстве идет речь? С какой стороны я прилетел? Мне кажется, там и должен быть выход в космос. Никакой карты, естественно, нету. Может, сюда? Оксиджен. Кислород, смотрите. Повсюду здесь кислород. Да, шлюз. Тут попробуй догадайся, что это через этот шлюз можно выйти наружу. О, вот у нас такая дыра. Хьюстон, у нас проблемы. А, это униз. У них Хьюстон у нас как там? ЦУМ? Центр управления. А, ЦУП. Ёптать. Центр управления полетами, наверное. ЦУМ — это центральный универмаг Москвы. Не могли себе другую аббревиатуру взять тоже. Вижу панель ручного привода. Еще минутку. Да, точно она. А чё у меня так шлем-то поцарапан? А вот теперь главный герой передвигается по обезьяне. Хватает. Есть координаты, осталось только ввести их в настройки. В принципе, все просто. Все просто и непросто. 27. А как второй координат ввести? Ага. 28. Да ёб твою мать, это симулятор космонавта какого-то. Я не верю, что они там вот этим занимаются. Ай, сучка, чё, не успел, что ли? Сучья дочь, блядь. А, ещё... А, надо три раза. На время. Отлично. Мастер! Если вы имеете какое-то отношение к нашей отечественной космической программе, можете связаться со мной. Как видите, я великий мастер в решении космических вопросов. Будь то вторжение инопланетян, или настроить какое-нибудь говно на нерабочей станции. Все умею, все могу. Да, задание обновлено. Так, произвести заправку топливом. Я что-то не врубаюсь, это хоррор там вообще писали или что это? Что-то на хоррор не очень тянет. Заправка топливом. И где тут заправка топливом производится? Откуда мне, откуда мне знать-то, а? Если значок активен, ваши действия повлияют на дальнейшие события? Ничего себе. Ничего себе. Так, заправка топливом. Это, наверное, внизу. Там, где я был в прошлый раз. Вот шланг, это, наверное, топливный, не? Вообще, зачем космической хренотени, которая летает по орбите, нужна заправка топлива? Её ж там вокруг планеты. И так, крутит, вертит. Вот шланг прищемило, мне кажется, нет? Да... Сука, наверняка я опять просто где-то ни хрена не понял, где смотреть карту. Да? Или что?
Или тут реально надо наугад летать, просто я уже зевать начинаю. От запредельного экшена этой игры. Интересно, дробовик дадут? Тут повсюду какие-то заблокированные устройства. Одно из них наверняка заправочно-топливный автомат какой-нибудь. Не, ну здесь точно топливного ничего нет, мне кажется. Это душ? Ну это же невесомость. Подвинь все это говно. Да, я пролез. И... И что это за рукав? Ну серьезно, куда он ведет-то? Ой, ёб твою мать. Да. Одно радует. 300 рублей, которые я дал за эту игру, по нынешним меркам игровым, не такие уж большущие деньги. Сказал, что это вообще две шавермы, блин, и то в этом, в Пите. Сука, ну вот теперь, блядь, идем обратно, сука, искать где... Ой, бля, вообще, ёб твою мать. Сука, у меня нет слов о таких разработчиках. Я не знаю, для кого они вот это делают. Для ребятишек, которые с детства мечтали стать космонавтами, но не смогли. Теперь вы можете поиграть. Ну и то я лучше в Dead Space поиграю. Там тоже вроде и космонавт, но весело зато. Сука, а представьте, там они же на этих космических станциях там годами, блядь, сидят. Их же там не будут каждую неделю, блядь, отвезли, спустили. Год, сука, там торчи. Полетел, торчи там год, полгода. А, у меня еще воздух кончается. Ну охереть вообще можно, блядь. Интересно, может надо было тогда заправлять кислород, когда уже он достигнет критического значения какого-то. Кстати, сейчас уже там эти голливудские вот эти звезды, которые набрали себе билетов на космический туризм, они... А, вот карта. Да? Нахуй мне стыковые узлы? Где, блядь, заправка-то? А хуй его знает. Вот, они теперь отказываются лететь в космос один за другим, как я слышал. Там очередь же из них построили. Вот чья-то очередь подошла, там Мадонна или еще кого-то. А я говорю, не-не-не, нах надо. А миллион долларов уже заплачен. Итого, я просто не знаю, где здесь производится, блядь, ебаная заправка, блядь, ебучим нахуй вашим топливом. Просто, блядь, вообще нахуй не понимаю. Провести заправку топливом. Пиздец, где, блядь, бачок, сука, у этой машины? Где бензобак-то, блядь, у этого комбайна с говном? Просто я не понимаю, я, блядь, откуда должен знать, как выглядит устройство, блядь, по заправке куска дерьма космического, блядь, горючим, ёб твою мать. Где космическая бензоколонка? Единственная, блядь, заправка в космосе, которую я видел, была, блядь, в мультфильме «Джетсоны», сука. Джордж Джетсон и сын его Элрой, блядь. Все, нахуй, какая заправка, блядь, какие шашки, нахуй. Чё вам надо-то, ёб твою мать, блядь? Сука, позвони в этот, блядь, своему диспетчеру этому, который тебе сюда отправил. Спроси, нахуй, что нажать надо в этой, блядь, ёб твою мать, устаревшей, охеренной станции, блядь, космического дерьма. Хоррор, блядь, хоррор. Ух, страшно, сейчас от того и гляди, блядь, в
штаны насру, блядь, с перепуга-то с такого. Ёпта, ни хера тут. Ох, ужасы-то какие тут показывают. Ох, страшно, блядь. Ох, ёб твою мать. Сейчас просто охуею, наверное. С такой скример. У меня воздуха вон миллиметр остался. Сейчас скримач будет, смотрите. Ух, блядь. Готовьте пердак. Сейчас скриманет. О, понеслась. Скример, скримит, скримит. Давай. Пугай, давай. 3, 2, 1, поехали, скример! Хуй там плавал. Сука, я нашел, во второй раз нашел эту панель, где надо заправиться. Залил бензин, и игра вылетела. Блять, как я тебя нахуй презираю. Почему Layers of Fear — это тоже игра с ранним доступом, но она, блять, ни разу не вылетела у меня во время записи. Сразу видно, кто из разработчиков пойдет далеко, а кто закроет свою лавочку после первой же игры, и то если ее до конца доделает. Подходим к вот этому ебучему телевизору, который здесь один-единственный вообще работает. Здесь, блядь, выбираем, где они нахуй, топливный насос, и жмем B22, подтверждаем. Готовьтесь к подаче топлива, юниор. Вот, жмем. И теперь я нажму на запуск, и игра вылетит. Фокус-покус, смотрите. А, не, вот раз она решила не вылезть. Наверное, в прошлый раз я не тот бензин заливать, наверное. 76-й, блядь, залил. Станция заглохла. Вот, я знаю, о чем будут ссать в уши большинство из летсплейщиков, которые будут рекламировать эту игру и призывать ее купить. Они будут пиликать, какая она атмосферная, блядь. Какая тут божественная атмосфера. Но если вы хотите в игре видеть не атмосферу, а геймплей, да, вам ловить тут будет нехуй, мне кажется. Потому что геймплея здесь нет, абсолютно унылая хренотень. Закрыт, аварийный и клапан. И больше тут делать нехер у этого монитора. Аварийный клапан, значит, надо открывать вручную. В секции D. Вот секция D. Там же написано в секции D2, D3. Нет. Значит, в какой-то другой секции D. Там вон дальше еще одна D есть. Слава богу. Вот D. Надо смотреть просто на эти буковки. Да, тут постоянно что-то писали, что устройство заблокировано. А теперь, видимо, все эти устройства разблокировались. Обалденно. Опять этот компьютер, да? Ну, все повреждено, понятно. Вот шланг прищемило имха. Все дело в этом, нет? Ну и здесь тоже ничего нету. Теперь, блядь, летим вверх. Все на той же, сука, скорости старой бабушки, перемещающейся, блядь, по дороге в гололед. Охуенно это все интересно. Просто заоблачно. Вот, наверное, вот это говно перекрыто. Ну. Все. Заправка продолжает. Надо просто очень внимательно здесь смотреть по сторонам. Каждый рычажочек, каждая кнопочка, все это надо замечать. И люто от этого тащиться, блядь, потому что это атмосферно, ёпта. Блять, опять что-то не так. О, блин, какая потрясающая станция. Нахер нам этот кусок говна вообще нужен? Топите его нахуй в океане, ёптать. Я теперь понимаю, почему станцию Мир затопили. Она, наверное, заебала всех просто глючить. Сказали, да пошла она в жопу, топить ее нахрен. Так, где еще какой-нибудь рычажок? Этот я уже повернул. О. Как его надо-то? На зеленый, на красный, блядь? Не очень понимаю я что-то. Здесь наверняка безумно холодно. Визуально наблюдаю несколько утечек в топливной системе. Почему я ничего не наблюдаю? Тут задолбал наблюдательный. О! Ёптась, дело сделано.
гениально. Давление КГМ. Креатив говно, автор мудак. Ну, разработчик в данном случае. Ой, давай взорвись, блядь. Скажи, что сейчас все взорвется. Все взорвалось. Вау. Я что-то, то есть, короче, неправильно сделал, да? Или сейчас просто пожар будем тушить? О, интерактивные сцены. Управление персонажем и техникой ограничено в этом режиме. Короче, юниор, юниор, как слышите? Отмена операции. Разгерметизация отсека. Упс. Как слышите? Прием. Сильные повреждения восточного и южного крыла. Твою мать, их просто разорвало. Я не вижу центральный отсек. Юниор, отходите от станции срочно. Выполнять. Как можно так озвучивать, господи? Юниор, юниор, чё за херня, бля, я падаю, всё взорвалось, нахуй там всех поразрывало, юниор, блядь, открой шлюз, я лечу, юниор, блядь. Вот так надо озвучивать, сука, это же паника, ёб твою мать. А не, юниор, юниор, там всех разорвало, блядь, какая-то хуйня. Приём, приём, юниор, блядь, как слышно? Не слышно? Ну ладно. Твою мать, без приказа. Твою мать, сука, я приказываю, бля, я поеду на лунный модуль доберусь. Епта, я ничего кроме своих рук не вижу. Передай привет моей семье, позаботься о моих девочках-близняшках. Не вздумай драть мою жену. Юниор, сос, лёлик. О, я в карабасике, охеренно. В коробке из фольги прилуняемся на луне. Давай, нет, да ладно. Да ладно, теперь что, миссия на луне будет? Или сейчас об скалу размажемся, ты все, нет? Выбор сделан, достижение открыто, yes. Да, это была мощь. Особенно вот это... Сценка интерактивная, где я из 20 раз только 3 раза успел нажать. А чё за херня? Это всё? Игра закончилась, что ли? А, они больше ещё ничего не сделали? Я чё-то не понял нихера. Подождите-ка. Продолжить. Я что-то неправильно, наверное, там сделал, да? А, интерактивные сценки. Да, все. На этом у них, видимо, фантазия разработчика иссякла и закончилась. Да, этот кусочек игры они продали за 300 рублей. Теперь все в интриге ждут продолжения. Я что вам хочу сказать, короче. Пошел нахер. Хоть сдохни ты, заебал. Вот, короче, напишите, насколько интересно смотреть на вот эту вот игру. Если не интересно, то я продолжение ждать не буду. Я сделаю возврат, получу назад свои 300 рублей и с успехом их пробухаю. Вот. Что-то меня терзают смутные сомнения, насколько такая игра может быть интересна. В Соме хотя бы хоть какие-то враги были, хоть какие-никакие, хоть сюжет был интересный, хоть там, я не знаю. А здесь только и надо, что ходить, рассматривать, высматривать рычажки, кнопочки, мониторчики, где можно как-то чем-то поманипулировать, вот и все, и больше ничего в этой игре нет, и скорее всего не будет. Не знаю, насколько интересна игра с атмосферой без геймплея, в общем, об этом вы мне и напишите. Так что, пишите, жмите. Adios, amigos.